Вики, иди скорее сюда. Тут Вероника приходила и принесла смешной пирог. Шоколадный, вкуснейший. Смотри, какой здоровский. А как пахнет, вот это аромат. Он точно супер вкусный. Опять? Пирог? Панки, да я скоро из-за Вероникиных пирогов из дома выйти не смогу, потому что в косяки не влезу. Если ты хочешь, то ешь, я не буду. Вчера были круассаны, позавчера пончики, сегодня пирог. Тогда еще торт был. Ну, Вероника, и как она только все успевает? Как только Вики съехала от меня, так скучно стало. Ой, а что скучать-то, у меня же батон печется. Наверное, уже подгорел. Все, чуть-чуть подрумянился. Отлично. А здесь-то у меня что, забыла? Здесь у меня яблочный пирог, и он тоже уже готов. Нужно будет сходить в гости к Панке с Вики и угостить их свежей выпечкой. Вот он мой ароматный пирог и вкусный батон. Ой, так у меня же еще для Вики были... Ого, пончики, круассаны и трубочки со сгущенкой. У меня целый холодильник уже выпечки. Ну ничего, Панки просто обожает мои пироги и мои круассаны. А Вики очень любит пончики. Сейчас я к ним схожу в гости, они у меня все съедят. Те еще сладкоежки. И батончиком свежим их угощу. И пирог тоже им отправлю. Еще трубочки со сгущенкой. Пончики с начинкой. Круассанчик. Ой, и еще пара пончиков, чуть не забыла. О, все, отлично. Вроде все взяла. Тук-тук-тук. Как поживает моя веселая семейка? Я к вам в гости, не с пустыми руками. О нет, только не Вероника, только не Вероника. Панки, если что, я сплю, меня нету, я заболела. Я уже чувствую этот аромат. Ай, манящий аромат выпечки. Нет, она опять что-то с собой принесла. Панки, ну чего, где Вики-то? Вики, спускайся, я тебе кое-что напекла. Твои любимые пончики. Панки, а тебе круассан. Ой, а вы что, еще пирог мой не съели, что ли? Вероника, так вот только сейчас собирались чай попить с твоим пирогом. Я Вики звал, только она не хочет. Наелась, говорит, выпечкой до отвала. Боится, что поправится. Но ты не волнуйся, я один с ним справлюсь. Да ну, какая ерунда. Вики, иди сюда. От моей выпечки не поправляется, только улыбается, потому что наедается. Заставила таки лезть меня на второй этаж. Вики, я тебя нашла, ну что ты спряталась? Мы вроде с тобой не ссорились, не ругались. Так Вероника то и спряталась, чтобы не поругаться. Прости, пожалуйста, но твоя выпечка нам больше не нужна. Ты очень много стала печь. Очень-очень много. У нас весь холодильник уже завален. Это нереально съесть. Это очень много. Очень много? Ну как? Как в гости с пустыми руками? Вот я немножко пончиков напекла, круассанчиков там, а батон как без хлеба-то. А еще моя... Ой, слушай, и правда, как ты от меня съехала? У меня появилось очень-очень много свободного времени. И я не знаю, чем заняться. Вот на кухне и варю-пеку. А куда это все девать, не знаю. Думала, вам доставить радости. А вы, по-моему, уже наелись до отвала. Ты не обижайся только на меня, ладно? И правда, столько не съесть, ну никак, целому городу лол. Да, Вики, я думаю, ты права. Моя выпечка никому не нужна. Может, мне найти какую-то работу? Девочки, ну что вы там? Я надеюсь, не ссоритесь? Вики, ну спустись хотя бы попробуй. Пончики просто обалденные. Ладно, беседуйте, я на работу. Вероника, слушай, я возьму тут пару круассанчиков, ладно? А то у нас в округе ни одной нормальной пекарни. На работу, ни одной нормальной пекарни в городе. Слушай, Вероника, у меня для тебя супер идея. А что, если тебе открыть пекарню у нас в городе Лолтауне? Пекарню? Ой, я не знаю, мне кажется, я не справлюсь. Это же так сложно. Да-да, и кто это мне говорит про сложность? Ты дома последнюю неделю умудрялась готовить объемы пекарни. А в специализированном помещении ты обеспечишь весь город вкуснейшими круассанами, вкуснейшими пончиками, свежим хрустящим хлебом. Ну, это же как раз занятие для тебя. Слушай, наверное, можно попробовать. Я как раз хотела немножко денег заработать. Я люблю путешествовать, а последнее время все дома сижу. У меня появилась такая возможность. Слушай, только я совсем не знаю, а что надо для этого, для пекарни-то? Так, что тут у тебя? Ну, в принципе, для начала хватит и этого помещения. У тебя тут два духовых шкафа, холодильник, обстановка домашняя. А для продажи нужно снять еще одно небольшое помещение. Лучше в центре города, где проходимость большая. И тогда твои пончики весь город узнает. Было бы неплохо.
Я бы стала самым лучшим пекарем в Лолтауне. А как мне назвать свою пекарню? Ведь все пекарни как-то называют. А вот над этим нужно подумать еще. Пойдем присмотрим какое-нибудь место для продажи. Подожди, уберу тесто на место, чтобы не испортилось. Так, а название, О, ребята! Вы же уже знаете, что я собираюсь открыть свою собственную пекарню. Придумайте, пожалуйста, для нее название, а? Напишите в комментариях в сообществе к этому видео. Я выберу одно самое наикрутецкое название. Точно, отличная идея. Ну что, пойдем, нам еще нужно оборудование для продажи купить. Какое такое оборудование? Ой, темнота. Ну, кассовый аппарат, там стеллажи. Не волнуйся, я тебе во всем помогу. Ну что, бежим? Ну давай, попробуем. Вот этот павильончик, думаю, подойдет. Здесь так все светленько, чистенько. Поставим сюда все, что купили. И сегодня будет первый день открытия нашей пекарни. А вот уже и кассовый аппарат есть. Слушай, я могла бы работать у тебя продавцом, а ты была бы пекарем. И, соответственно, директором. Отлично, подружка, договорились. Решено. Повесим рекламные баннеры яркие, чтобы все, кто живет в Лолтауне, сразу нас заметили. И установим стоечку для готовой выпечки. Ой, подожди, так у меня же нет ничего. Я не напекла еще. Подожди, не торопись. Давай завтра откроемся. Как это не напекла? А вот это вот что все. Давай, помогай раскладывать. Точно. У меня же дома еще пол холодильника. Это все можно продать и порадовать. Ребят, вкусной, ароматной выпечкой. А главное, все натуральное и полезное. Почти домашнее. Почему это почти? Домашнее оно все и есть. Ну, иди вешай табличку «Открыто на двери». Начинаем торговлю. Слушай, я все равно как-то боюсь. Да не бойся, я твоя подруга, я тебя всегда поддержу. У тебя все получится. Внимание, внимание, уважаемые жители Лолтауна. С сегодняшнего дня здесь работает самая крутая пекарня. Свежие, ароматные, наивкуснейшие булочки, хлеб, пироги, круассаны, вафли со сгущенкой. Все, что вы любите, все, что вы хотите, недорого. Заходите, станьте первым покупателем на сегодня. Ну, наконец-то, открылась пекарня у нас в городе. Ой, девочки, как у вас тут пахнет вкусно. Мне кажется, я сейчас все у вас тут куплю. Привет, заходи, конечно. Очень вкусные самые свежие круассаны. Есть со сгущенкой и шоколадом. Обрати внимание на батончики свежие и на пончики. Кто последний в очереди? За мной будете. Пробей, пожалуйста, мне пирог с яблоком. Вики, иди на кассу. А я пойду пополнять запасы. Посмотри, какая очередь стоит. Сейчас все разберут. Да, конечно, иди пеки. Я здесь все всем пробью. Так, не толпимся. Сейчас быстро оформлю все ваши покупки. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринелка и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Вот такая она, наша пекарня. А вы что больше любите? Пончики? Круассаны? Или вафельки со сгущенкой в виде трубочек? Или, может быть, у вас есть своя какая-то особенная сладость? Пишите в комментариях. А можно и рецептик для Вероники.